Меня спрашивают по ситуации по Дурову, вот, который организатор и мессенджер Telegram. И у меня спрашивают, как это повлияет на Telegram, конфиденциальность, есть ли угрозы или нет. Друзья, угрозы для вас нет никакой. Telegram – это зашифрованная связь, конфиденциальная. Если говорить о программе через тон, никаких проблем. Я, в принципе, писал посты. Кто-то говорит, я здесь видел комментарии, а вот ты инвестор хренов, тон упал на 15%. Это люди, которые просто даже элементарно считать не умеют, не понимают, в чем суть. Вы покупаете тон, например, на $20. В тот день такой-то курс. Вы сразу перечисляете на наш кошелек. Вот $20 ваше зафиксировано, вас не волнует курс. Упал он вниз, вверх и так далее. Вы перевели мгновенно $20. Вот мы эти на $20 начисляем коэффициент 100. Значит, к возврату вам $2000. Если завтра тон упал, вы все равно на те же $20 покупаете тон дешевле. Не имеет значения. Вы $20 покупаете на $20, нам переводите, снова получаете коэффициент 100. Поэтому для вас не имеет никакого значения, тон упал или поднялся. Мы, когда получаем ваши тоны, мы мгновенно переводим их в твердую валюту, никаких убытков нет, и направляем на борьбу, поддерживаем активистов, строим ячейки. Но нам нужно просто собрать 4000 ячеек, это 20 тысяч человек. Поэтому мы деньги, где-то вот какие-то криптовалюты и так далее, мы никуда не инвестируем. Мне этот курс все равно. Я, как бывший бизнесмен, мог бы инвестировать в разные криптовалюты, сидеть, зарабатывать. Но на это нужно тратить время. Моя задача снести этот режим. Если бы я хотел зарабатывать деньги, то я бы их не терял. Я бы просто занимался бизнесом, как мои бывшие партнеры. Сидел бы, зарабатывал. Но я не хочу заниматься бизнесом, тратить на это время. Так не бывает, что ты занимаешься бизнесом и параллельно политикой. Так не бывает. Вам необходимо сначала установить месячный лимит в вашем банке для интернет-покупок. Для этого заходим в Каспи, выбираем «Мой банк», Каспи Голд, оплата в интернете и нажимаем «Изменить лимит». Для этого я выбираю месячный лимит 25 тысяч тенге. Даже если банк поинтересуется, на что вы тратите деньги, вы можете уверенно ответить, что за последний год стоимость тонкоина выросла на 430%, и вы инвестируете свои средства с умом. Далее заходим в Telegram, нажимаем «Поиск» и пишем латинскими буквами «Wallet» – «Кошелек». И выбираем кошелек с синей галочкой. Нажимаем «Старт», открываем кошелек и выбираем другие активы, тонкоин. Нажимаем «Пополнить», выбираем «Банковская карта» и вводим количество тонкоина. Минимальное количество 3, мы покупаем 4. Нажимаем «Оплатить картой», вводим данные своей банковской карты, 16 цифр спереди карты, срок действия, CVV-код с обратной стороны вашей карточки и имя держателя латинскими буквами. Нажимаем «Оплатить» и ждем загрузку. И видим, что успешно приобрели тонкоин. Инвестируя в наш проект, у вас есть шанс увеличить свои доходы в 100 раз. На других платформах также обеспечивается конфиденциальность ваших покупок. Так, пополнив свой кошелек для участия в проекте Мухтара Блязова, нажимаем «Отправить», «Внешний кошелек» и далее заходим на сайт ДВК и копируем тонкоин адрес UKA9PZ, скопировав. Затем возвращаемся в Telegram и на пустое поле вставим адрес. Нажимаем «Далее». Нажимаем «Всю сумму в тонкоин». И снова «Далее». Проверяем адрес. И подтверждаем отправку. Тонкоины уже в пути. Алга, Казахстан.
Алға, Қазақстан.